Доброго дня добрым людям! Сегодня я решила сменить локации, все-таки разгар лета и хочется насладиться этим моментом вместе с вами. Правда, когда я поехала на велосипеде искать подходящий вид, на меня накапал дождь, и даже сейчас он немного капает, поэтому не обращайте внимания на мои мокрые волосы. Ну а сегодня мы вместе с вами обсудим вот этот выпуск Бурды 8/2021 и посмотрим, что же предложила нам редакция на август месяц. И хочется коротко отметить, что мой обзор Бурды — это любительский обзор. То есть обзор человека, который любительски занимается шитьем. И все мои комментарии по поводу моделей, выбора тканей, принтов, цветов — это мое субъективное мнение. Ну и не будем долго затягивать, а то меня съедят комары. Поехали! Вот так выглядит обложка 8-го выпуска журнала «Бурды» в этом году. И слоган этого номера переводится как «Тренд сезона счастье». Ну вот сейчас мы посмотрим, какое счастье тут нам напечатали. Сразу же нас погружают в тему принтов. Здесь несколько вариантов с подиума и дальше даны принтованные модели. Это жакет 111, размеры 36-44, три точки сложности. И несмотря на то, что на тех рисунке не видно пуговиц, это двубортный жакет с потайными кнопками. Получается, кнопки видны только с одной стороны. На кокетке, в боковых швах карманы, интересные рукава, состоящие из трех частей. Не такой уж он и сложный. Но нужно будет посидеть с кантом, который идет по воротнику, и по вставкам в рукавах тоже идет кант. На этот жакет уйдет 1,80 м основной ткани и 1,40 м подкладки. На следующей странице мы видим блузку 107, размеры 36-44, две точки сложности. Это вариация на тему рубашки. Если вам надоело носить рубашки или шить рубашки, то вот можно сшить вот такую блузку с молнией по горловине, со складкой попереду, имитирующую застежку или как бы запах рубашки обычной. И на рукавах у нее имитация манжетов. Это просто кнопки, создающие складки. На такую рубашку уйдет 1,80 м любой блузочной ткани. Вот здесь пошита из хлопка с эластаном. На следующей странице юбка 106. Прям одна точка сложности, но это правда, ничего тут сложного в ней нет. Уйдет на эту юбку 2 м 90 см. Эта юбка пошита из вискозы, рекомендуется шить из любой струящейся ткани. Мне нравится тут принт, но единственное, я немножко смущена сочетанием такого мраморного принта на свитшоте и пестрой юбкой. Наверное, так тоже можно. Но мой глаз не находит в этом образе гармонию. А вот как сочетается с сапогами эта юбка, мне нравится. Такое ощущение, что верх идет отдельно, а низ идет отдельно. Ну, как вариант, можно рассмотреть. Юбка в размерах 36-44. Ну, я думаю, тут размеры не сильно важны. Эта юбка состоит просто из прямоугольников на резинке. Дальше платье 114, размеры 36-44. Две точки сложности. Платье из трикотажа. Рекомендуется брать трикотаж средней плотности, не самый тонкий. И вот я бы добавила по бокам вот здесь разрезы. Прям моему глазу просится разрез. Нравится мне здесь воротник, такой цельнокройно-качелевидный, что ли, воротник. Я впервые вижу такой воротник, чтобы он так был с запахом. И при этом создавались вот здесь вот такие качели. Достойного внимания такая обработка горловины. Интересно будет шить это платье. И на это платье уйдет аж 2 м 35 см трикотажа. Дальше блузка 109, размеры 36-44, две точки сложности. На нее уйдет всего метр ткани. И она вот такая вот классная. Я когда ее увидела, я сразу захотела ее пошить, но пошить в качестве платья. Добавить вот здесь ярус волана, а может быть даже два яруса. И получится классное платье. Здесь блузка выполнена из вискозы. Также рекомендуют любые плательные блузочные ткани, которые струятся. Сзади у нее идет застежка на пуговичку. Такая нежная блузочка. Следующая модель — это туника 104 в размерах 18-22. То есть на девушек ниже среднего роста. Эта блузка выполнена из шифона. Две точки сложности. И уйдет на нее 2 м 10 см. И она интересна тем, что полочка плавно переходит в кокетку сзади. И пущенная кулиска по спинке, которая соединяет кокетку и саму спинку, тоже не оставляет равнодушной. К ней еще идет поясочек. Получается такая интересная туника. Сбоку у нее разрезики, также шлевки для пояса. Следующая модель — это платье 117, размерах 36-44, две точки сложности, пошитое из трикотажа. Вот здесь
с таким интересным принтом, как будто краску вылили на платье. И понадобится для этого платья 2 метра 30 сантиметров. Рукав реглан, по рукаву валан, никаких застежек, никаких молний, ничего нет. Но это трикотажное платье, и вот оно вот так вот классно сидит. Никаких поясков нету. Я люблю такие платья, это мой стиль. Я, скорее всего, его буду шить, только не знаю, когда. Оно, в принципе, такое, что подойдет на любые сезоны. Выбираешь ткань потеплее, полегче и носи хоть зимой, хоть летом, хоть осенью. Вот как вариант поддеть водолазку под низ, и тепло уже. Дальше на странице нам предлагается пальто 103, размеры 36-44, три точки сложности уже. На этот пальто уйдет 2 метра 55 сантиметров стеганого материала, рибана на манжеты и на обработку горловины 35 сантиметров и подкладки 1,80 м. Вот это пальто похоже на пальто от Max Mara, даже цвет такой же. И Бурда вот нам предлагает похожее, нечто похожее пошить. Единственное, что меня смущает, это вот такой закругленный край у пальто. Я бы, наверное, сделала его ровным и, может быть, даже не на замке, а на кнопках. Но это я вот так вижу такое пальто. У пальто еще есть прорезные карманы спереди, рукав реглан. Но это такой своеобразный бомбер, удлиненный и без резинки по низу, если так можно это назвать. Дальше платье 105 в размерах 72-88. Это то самое платье на высоких, которое я каждый раз жду. И каждый раз я недовольна тем, что предлагается на высоких. Но вот это платье, оно без выточек по груди, без выточек по талии. Оно вообще не привязано никак к размеру. Просто регулирует длину и будет тебе либо на высоких, либо на низких девушек. Почему именно акцентировали, что это на высоких, я не знаю. Пошито это платье из вискозы. Уйдет на него 2 метра 90 сантиметров. Предлагают шить из любых струящихся платьяных тканей. А здесь вот такое платье с узбекским принтом. Воротник качели. Вот здесь как-то вот это вот все собрано и прихвачено, что получается вот такие складочки. Рукав на резинке. Спущенное, очень сильно спущенное плечо. Замысловатое платье. Но я его точно шить не буду. А вот пальто возьму на рассмотрение. На следующей странице мы видим юбку 112, размеры 34-44, две точки сложности. Уйдет на эту юбку 1,15 м джинса, предлагается шить из джинса. Юбка спереди на застежке. У нас были такие юбки, когда я училась в школе. Карманчики классные, есть шлевки для ремня. Сзади и спереди идут выточки, пояса отдельного нет. За счет выточек юбка плавно переходит в пояс. На следующей странице уже пошаговая инструкция, как пошить вот такую юбку. В пошиве юбки ничего сложного, тем более вот такая подробная пошаговая инструкция. Просто бери, повторяй все, и все получится. Сама юбка мне нравится, но это, скорее всего, не мой стиль, поэтому я ее даже не беру на вооружение. На следующей странице блузка 102, размеры 36-44, три точки сложности. Здесь блузка пошита из полиэстерового крепа. Также рекомендуют всякие плательные блузочные ткани. Уйдет на эту блузку 1,40 м ткани. И вот как пример сочетания цветов синий с оранжевым. Уже так давно сочетают эти цвета, но я все никак не привыкну к этому. И мой глаз отторгает такое сочетание. Но блузка интересная, у нее выточки по спинке и по полочке, и нагрудные выточки. Она садится по фигуре, такие рукава с защипами по низу, манжеты, все классно. Дальше вот такой пуловер 115 в размерах 36-44, две точки сложности, и уйдет на этот пуловер 1,60 м ткани. И как мне нравится вот этот принт. Выкройка пуловера перекликается с выкройкой платья 114. Ну, это, собственно, и есть платье 114, просто удлиненное. Вот этот вот воротник с запахом, который образует к такому же качели. Все точно так же, единственная длина другая. Я бы вот пошила вот этот пуловер именно из вот этого трикотажа. Вот здесь можно поближе рассмотреть этот пуловер. И здесь же рядом жилетка 118, размеры 36-44, три точки сложности. Пошили эту жилетку из твила. И это выкройка, которую я очень долго ждала. Мне нужна была. Я давно хотела пошить жилетку, искала выкройку. Ну и вот, наконец-то дождалась. Единственное, мне не нравится вот застежка, вот такая вот странно квадратная.
Может быть, вот отсюда вот так от плеча выровнять и не делать вот такой угол странный. Может быть, это так должно быть, и в этом есть свой шик. Ну, в общем, выкройку беру на вооружение. Буду, скорее всего, шить себе жилетку. Хочу жилетку с костюмом и без рубашки попробовать носить. Тут же рядом брюки 119, три точки сложности, размеры 36-44. Просто брюки, классические брюки со стрелками, сзади на кокетке, спереди защипы, сбоку карманы. Такие вот зауженные брюки к низу. Тоже пошиты из твила, можно также их сочетать вместе с жилеткой. И опять тут сочетание темно-синего с вот таким оранжевым цветом. Ну, вроде нормально смотрится. Это просто мой глаз, вот так вот, не привыкший к таким сочетаниям цветов, наверное. Следующая страница нам предлагает пошить снова юбку 113. Так, нет, не снова. Ну да, юбка 113, она такая же, как юбка 112, только без карманов и без пуговиц. У нее идет супатная застежка, похоже. Дайте-ка я разберусь. Я посмотрела, это не супатная застежка, это просто пришивные кнопки. Здесь юбка пошита из жаккарда, вот с таким пояском. Также выточки спереди и сзади, как на юбке 112, которая из джинса и с карманами. Размеры 34-44, если я не сказала. Дальше платье 108, размеры 36-44, две точки сложности, пошито из вискозы. И вот опять сочетание оранжевого и синего. Я, наверное, начинаю привыкать, в то время как мы с вами листаем журнал. Но мне уже не кажется это таким уж прям несочетаемым сочетанием. На это платье уйдет 2 метра струящейся плательной ткани и плюс 35 сантиметров ткани другого цвета. Ну и опять же, мы такую выкройку уже видели. Нам предлагали пошить блузку с молнией по горловине. Здесь просто немножко другая горловина, немножко по-другому оформлена, а выкройка та же самая. И еще одно отличие – это рукав на резинке. Платье идет с поясом, шлевки по боковым швам, никаких карманов, нет никаких замков. Очень просто его будет пошить. Ну, такое. Простое платье для сложных принтов. На следующей странице пуловер 116, размеры 36-44, две точки сложности. На этот пуловер понадобится всего 150 сантиметров ткани, 120 на основную и 30 сантиметров на манжеты. Но я думаю, 30 сантиметров при ширине 140 сантиметров, это многовато, конечно, они указали метраж. По этой же выкройке было построено платье 117. Ну и вот теперь вот такой пуловер нам дается как вариант использования этой выкройки. Тут же рядом нам предлагают выкройку тренча. Хотя это не совсем тренч, но тут есть почти все, что нужно для тренча. Это пальто 110, размеры 36-44, три точки сложности. Но я считаю, что вот для такого пальто это несложная модель. Здесь накладные карманы, которые проще обрабатывать, чем прорезные карманы. Здесь нет шлицы сзади, который тоже усложняет процесс пошива. Ну, вот такой вот простой плащик. Двуборная застежка, накладные карманы. И стилизовано это все со спортивными вещами. Здесь у нас джоггеры, здесь у нас кроссовки. И вот такая вот майка. Вообще, красный, черный, белый – это мое самое любимое сочетание. Но здесь это не совсем красный, это такой оранжевый, переходящий в красный. Этот выпуск через свои страницы пытается мне привить любовь к оранжевому. Оранжевый – это не мой цвет, но я уже начинаю к нему привыкать. И вот на следующей странице напечатали мастер-класс «Как пошить этот плащ». Я считаю, это очень ценно. Такая не очень простая вещь. Здесь есть подробная инструкция в картинках, как же пошить этот плащ. На этот плащ взяли хлопковый поплин с эластаном. Уйдет 2 метра 65 сантиметров основной ткани, и на подкладку еще уйдет 1,80 метра ткани, подкладочной ткани. И вот здесь рядом примеры сочетания пальто 103, которое похоже на максмаровское стеганое пальто. Ну, так можно его еще и очень женственно стилизовать, не только в спортивном стиле. Дальше у нас вот такая блузка 121, размеры 36-44, три точки сложности. На блузку уйдет 2 метра 10 сантиметров ткани. И, во-первых, эту блузку я уже видела у себя в голове,
Единственное только, что у меня она сзади была на кокетке. Во-вторых, эта блузка сшита из двух разных материалов. Спереди она вот такая из шамбре, а сзади у нее вискоза и совершенно другого цвета. Сейчас мы с вами обсудим эту юбку и на следующей странице хорошенечко рассмотрим эту рубашку. Ну вот эта юбка 106, она у нас уже была. Размеры 36-44, одна точка сложности. На юбку уйдет 2 метра 90 см ткани. Здесь пошили ее из вискозы с вот таким классным принтом. Чем-то напоминает, по-моему, принты от Шанель или от Гуччи. Я их путаю. Только Дольче & Габбана ни с чем не спутаешь. Так, ну и вот здесь вот она эта блузка. Сзади вот такой принтище. Тут и золото, и леопард. В общем, классная блузка, стоит внимания, и ее будет интересно шить. Это классическая рубашка с вот таким большим изюбом по спинке. Здесь на этой странице жакет 111B. Мы эту выкройку уже видели. 3 точки сложности у него. Уйдет на него 180 сантиметров ткани и на подкладку 140 сантиметров понадобится. В общем, мы о нем уже говорили. По воротнику идет кант. По вставкам в рукавах тоже кант, двубортная застежка, все это на кнопках. И нравится мне, какой принт здесь взяли, очень такой интересный. Это хлопок, и вот так этот хлопок выглядит вот в такой модели. На следующей странице платье 101. Это удлиненная блузка 102, уже 3 точки сложности, размеры 36-44. И на это платье уйдет 190 сантиметров ткани, любой платиной ткани. Здесь пошито из вот такой вискозы с платочным принтом. Этот принт как раз актуальный. Тут же рядом платье 117А, размеры 36-44, 2 точки сложности. Мы его уже смотрели. На это платье уйдет 180 сантиметров одной ткани плюс 50 сантиметров другой ткани. Мне этот вариант больше нравится, наверное, за счет вот этого принта. И, скорее всего, я бы пошила платье полностью из этого принта, но оно бы тогда уже было сильно яркое. А так здесь просто акцентное пятно и очень простое все остальное. Также рукав реглан, по рукаву внизу воланы. Это 100% мой стиль. И вот как это платье выглядит без водолазки. Можно спокойно браться и шить. Снова блузка 109, только пошита уже из хлопка в полоску. И вот хочу я все-таки сшить по этой выкройке себе платье. Вот этот бантик мне нравится, он такой нежненький. Если брать полоску, вообще можно классно миксануть. И взять один ярус в одну сторону полоску, а второй ярус в другую сторону полоску. И вот здесь вот половинки тоже в разные стороны полоски, будет классное платье. На следующей странице комбинезон 122, размеры 36-44, 2 точки сложности, пошит из трикотажа. И на этот комбинезон уйдет 3 метра 30 сантиметров ткани. И отдельного внимания заслуживает вот этот принт. Какой же он классный! Он и очень сильно бросается в глаза, но за счет цветового сочетания он не такой пестрый. То есть этот принт можно носить в повседневной жизни и не будешь выглядеть как какой-нибудь попугай или белая ворона. Комбинезон на резинке по талии, в боковых швах карманы, цельнокройный рукав, сзади молния по спинке для удобства надевания комбинезона через низ, так сказать. Хочется мне комбинезон пошить, но я все время смущаюсь, как же будет неудобно ходить в туалет где-нибудь во время прогулок. Но с другой стороны, сколько раз это понадобится? Наверное, надо взяться и пошить себе комбинезон вот такой вот классный. Еще бы найти трикотаж вот с такой расцветкой. И вообще, я была бы довольна. Далее, брюки 120. И у нас уже были такие брюки 119. Только единственное, без вот этих манжетов. Здесь брюки пошиты из джинса. И уйдет на такие брюки 2 метра брючной ткани. 170 сантиметров основного цвета и 30 сантиметров на вот эти вот манжеты. Сзади на кокетке, по бокам карманы, спереди защипы. И все это на молнии спереди. Тут рядышком снова туника 104, только уже в другом цвете. В принципе, если нет вот такого готового принта, можно просто взять остатки разных тканей и поиграть. Как вот здесь взяли темную ткань на область талии, чтобы заусить. Сверху взяли светлую ткань, чтобы визуально расширить. И вот так вот построили вот такой силуэт. Вот если у вас есть всякие обрезки, по 30 сантиметров, по 20 сантиметров осталось,
можно вот так сыграть вот в такую игру. Тут тоже выкройка не привязана к росту. Единственное, что нужно будет шлевки пришить пониже. А так, в общем-то, ничего менять не придется. Еще было бы классно, если бы они девушку развернули, и мы посмотрели, как же эта кулиска смотрится сзади. Дальше тут для рукодельниц, которые любят шить не только вещи. Вот такая косметичка из остатков джинса. Даже крем подарили с солнцезащитным эффектом. И вот тут, на этой странице, мы видим снова комбинезон 122, на который уйдет 3 метра 30 сантиметров трикотажа. Но здесь трикотаж шелковый. Шелковый трикотаж. Я никогда в жизни не думала, что может быть шелковый трикотаж. И он очень шикарно смотрится. Хотя с принтом мне нравится больше. Здесь он раскрывает все линии фигуры. А вот тот комбинезон с принтом, он как бы, догадывайтесь сами, какая у меня там линия фигуры где. А вот здесь вот трикотаж все-все-все покажет, что у нас там есть и чего у нас там нет. Поэтому мой выбор, конечно, за принтом. А вот и детские вещи. Ой, я когда детские вещи вижу, я хочу вот так разговаривать почему-то. В этом журнале даются детские вещи в размерах 62-86. И вот это, в общем-то, и все. Это у нас двусторонняя распашоночка, двусторонние штанишки, повязка на голову и пинетки. Вот у кого есть детки, можно вот такую вот красоту пошить и для девочки, и для мальчика, и будет такое все гармоничное и приятное. Вот так выглядит это все наизнанку. Вернее, не наизнанку, а просто с другой стороны. Ну, мило же. Милота, милота прям. Красота. Дальше. Статьи, реклама. И вот они, плюсики. До плюсиков мы добрались как-то быстро. Я сначала, когда смотрела журнал, просто листала, листала его. И когда я дошла до плюсиков, о, думаю, вот это классно, вот эта модель классная. О, я себе такое хочу сшить. А потом, как посмотрела, это размеры 44-52. Я даже не сообразила, что это на плюсиков. Вроде девушка не такая уж и плюсовая. В общем, толстовка 124, размеры 44-52. Две точки сложности. Здесь пошито из soft shell с выточками по груди, с таким объемным большим воротником. Сзади идет декоративный шов, спереди карман кенгуру и манжеты по низу рукава. Классная толстовка и тоже такого цвета оранжево-красного получается. Далее вот такая интересная фиолетовая сорочка. Тоже сзади у нее идет декоративная отделка. Все это шьется из трикотажа. Сорочка 125. Простите меня, пожалуйста. Я забыла сказать, сколько уйдет на толстовку 124. На толстовку 124 уйдет 2 метра 25 сантиметров. Либо трикотажа, либо soft shell. А трикотаж нужно брать такой более плотный, как рекомендует журнал. Так, ну а вот эта сорочка шьется тоже из трикотажа. Вот такой скругленный у нее низ, плавно переходящий в разрезики по груди, выточки. Ну, ничего сложного, ничего замысловатого. Просто простая футболка с длинным рукавом. Здесь же на этой же странице туника или удлиненная толстовка, можно ее назвать, 123, размеры 44-52. Две точки сложности. На эту тунику понадобится уже 2 метра 35 сантиметров плотного трикотажа. По рукаву у нее тоже идет декоративный такой шов. Внизу вместо рибан взяли основную ткань. Горловина тоже выполнена, похоже, из основной ткани, потому что в рекомендациях ничего не сказано про рибану. То есть, если у вас есть 2 метра 35 сантиметров вот какого-то трикотажа, то можно спокойно взять, шить без всяких рибан и всего остального. Можно, кстати, здесь по полочке где-нибудь в углу или посередине сделать аппликацию. На следующей странице пальто 128, размеры 44-52. На это пальто уйдет 3 метра 10 сантиметров ткани, на подкладку тоже 3 метра 10 сантиметров, потому что подкладка ровно повторяет размеры изделия. И все это обработано кособейкой. Отстегивающиеся рукава. Так, кто там кричит у меня под окном? Отстегивающиеся рукава на кнопках. И вот, если честно, мне эта модель больше нравится жилеткой, нежели пальто с пристегивающимися рукавами. Как-то это очень странно выглядит.
Ну, в общем, вот такое пальто. Стягать предлагают самим, брать ткань и уже простегивать изделие. А можно и взять уже готовую стеганую ткань и также обработать подкладкой. А можно, кстати, взять стеганую ткань двустороннюю, обработать вот здесь срезы косой бейкой. И это будет намного легче и намного проще, чем если сшивать 2-3 слоя. Ну, 3 слоя получается. Дальше. Дальше у нас идут леггинсы 127, размеры 44-52, две точки сложности. На леггинсы понадобится 1,65 м трикотажа. Можно брать лайкру. В общем, мне здесь нравится, как оформлена кокетка леггинсов. Если взять более плотную ткань, то можно утянуть животик, и сзади тоже вот этот вот широкий вот такой пояс, он тоже даст немного уменьшения объема, если взять плотную, более плотную ткань, чем леггинсы. Даже если взять тот же трикотаж просто в 2 слоя, он тоже утянет объемы. Здесь же снова эта сорочка 125, размерах 44-52, одна точка сложности, и уйдет на эту сорочку 2 м 10 см трикотажа. Здесь эта модель отшита из лайкры. Ну, классная, простая модель. Единственное, ворот, мне кажется, немножко большеват. Ну, на вкус и цвет. Если хочется поменьше ворот, можно просто добавить вот здесь. Если не хочется, можно просто оставить. Классная прикройка. И вот, вот что мне очень сильно понравилось. И я думаю, вот это то, что я так хотела. Анорак. Я помню, когда у меня была бурда в 90-х годах, там тоже были все время только одни анораки. Так вот, анорак 126, да или просто спортивная куртка. 4 точки сложности аж. На этот анорак уйдет 160 сантиметров ткани одного цвета и 1 м ткани другого цвета. На подкладку понадобится 1,65 м. Все это пошито из нейлона, в качестве подкладки взяли такую функциональную сетку. Анорак идет с капюшоном. Спинка намного длиннее, чем полочка. Рукав реглан. Снизу он на резинке. В рельефных швах по полочке карманы на замке. Ну, в общем, если захочется пошить вот такую вот куртку, то придется с ней, конечно, посидеть. И все. Еще единственное, здесь вот школьный кулечек, как сделать. В сентябре в школу первоклассники идут вот с такими кульками, наполненные всякими разными игрушками, сладостями и все, что нужно для школы. Ну и вот такой анонс здесь на сентябрьский выпуск. И мне он уже нравится. Интересный, конечно, вот этот красный двубортный жакет. Красиво смотрится. Я была рада с вами увидеться. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вы классно провели время за просматриванием журнала вместе со мной. И если это так, то проходите и смотрите другие видео на моем канале. Там мы увидимся. Пока!